Ну вот, хочу показать вам, куда я деваю остатки от пряжи. У меня ее очень много. Я маленькие клубочки стараюсь перевязывать на такие вот колечки. Это из-под водички, от пластмассовых бутылочек. И это я стараюсь перевязать. У меня их много накапливается. Вот так вот я обвязываю эти колечки. Вот так вот. И потом, когда их набирается нужное количество обвязанных, цвета не подбираю, никого, ничего. Я собираю, делаю сидушки на шоферское кресло под спину. Они и мягкие, и твердые в одно время получаются. Потому что вот кто в дальнюю дорогу ездит, нужно, чтобы спина не немела. Вот так вот я их обвязываю. Любые ниточки. По цвету не подбираю. Обычно же оно одну накидку на шиверское кресло заказывает. Вот она такая оригинальная получается. Остатков всегда много, вяжем давно, рукодельницы знают, так соединяю и делаю еще один рядочек столбиком без накида. Так просто обвязываю. Так, что-то нет, правильно. Потом крючком собираю их. Длину, но я не помню, сколько получится. Ну, обычно это от размера зависит. Там по колечку добавляешь с боков. Так всегда одинаково считать, что получается. Пряжа на одно колечко немного идет. Вот так вот я свои остаточки ликвидирую. Обычно я вяжу с натуральных ниток, с пухом, с шерстью. Они тепленькие получаются. Акрилом редко пользуюсь. Это уже для нарядов. Но для тепла все время натуральное беру. Вот так вот. Конечки прячу. Вот так получается. Вот такие они у меня. Я их собираю потом. Ну ладно, до новых встреч.